отделение опергруппы. Блокируют третий этаж и пятый. Внимание! Всем группам. Начали. Мне кажется, это не наш убийца. Все очень плохо. Расследование топчет сырое месть. Новых идей нет, нет результата. Женщина, глаза выколоты, отрезаны грудь и наружные половые органы. Мы должны сделать так, чтобы жертв больше не было. Усилить патрулирование. Останова. Промзон. Как тебя зовут? Валера. А вы когда уже придем-то? Пришли, Валер. Я объявляю внутреннее расследование. С этого дня под подозрением все участники следственной группы. Если с тобой что-то случится, это опасно. Тебе зачем это надо? Направлять следствие по ложному пути. Я была всего в одном шаге от него. Если хочешь, чтобы тигр попал в яму... Руки вверх! Подведи его к краю. Не надо, я кричать буду. В конец оценили меня.